получается, я какой-то клапан там пробила. Классные. Эти мне даже больше нравятся, чем те. Здесь у нас сердечки маленькие, птички. По-моему, очень мило. Олег съела. Привет, мои хорошие, с вами Селена. Сейчас безумно ярко светит солнце. Но это не важно, потому что сегодня фикс прайс, и сегодня розовый фикс прайс. Все мои покупочки практически розового цвета, так получилось, и я решила его назвать розовый фикс прайс. Мне многие говорили, что Селена, скорее, в фикс прайсе очень много новинок, связанных с Днем влюбленных. А я вам говорила, что я люблю покупать на День влюбленных все. Почему? Потому что все покупки, которые приходят, они такие тематические, но они остаются на весь год. Это сердечки, это признание в любви. Я считаю, что это не только 14 февраля, это и 8 марта подходит, и 23 февраля романтик устроит своему любимому, да, или... ну, в общем, любые праздники, и Новый год, и, в общем, день рождения всегда актуально. Поэтому я всегда бегу в фикс-прайс на 14 февраля и ищу что-нибудь, сердечки, что-то прикольненькое найти для себя. Мы сейчас будем украшать, кстати, мой фон примерно, да, посмотрим. Примерно как раз покажу вам, что есть и как оно будет выглядеть. Итак, первое, на что обратила я внимание, это вот на такую подушечку. Они были там голубые, по-моему, красный еще, там было написано на них love, kiss, но, естественно, я взяла розовенькую. Вот, я не знаю, стоит ее сюда вешать или нет, но вполне себе возможно. Давайте повесим. Она такая мягенькая, ну, я думаю, что там простой синтепон или что-то в этом роде. Не антистресс. Опачки. Вот оно висит, наше сердечко красивое, и мы поедем дальше. Взяла вот такие вот наклеечки, здесь они уже другого цвета. В прошлом году, если помните, я брала вот такие наклейки, они были красные все, по-моему, на них были разные названия. Где-то Kiss, где-то Love You, где-то Forever. Я их приклеила на свой комод, они наклеечками сделаны. И потом, после того, как они несколько месяцев повисели, то есть я их оставила, да, и после 14, и после 23 февраля, и после 8 марта, они оставили за собой след, и мне очень тяжело было все это смывать. В итоге я, по-моему, даже и до конца не смыла, я этот комод оставила на старой квартире. Но эти сердечки я уже опытом научена, и вас предупреждаю, что они могут не отдираться, потом оставлять вот, ну, этот клей вместе с цветом, и как-то жестко отмывается все это. Хотя есть лайфхаки разные с отмытием всего этого дела. Но я это взяла, знаете, куда? Я отправляю посылочки, когда заказывают у меня в магазине девочки, я всегда им, ну, автограф, там, открыточки, что-то пишу там от себя, и мне все время кайф что-нибудь приклеить туда или что-нибудь еще добавить. И я думаю, что вот такие сердечки всякие красивые я буду приклеивать прям на открыточку. Я думаю, это будет очень приятно, будет такая выпуклая открытка с таким выпуклым сердечком. В общем, вот такая красота. Дальше мое внимание привлекли вот такие сердечки, они розовенькие, у меня такие сердечки есть красные, они, кстати, лежат там недалеко, но красных я не видела, там были вот такие розовые и сиреневые, очень красивые цвета, а еще белые были, но белые я не стала брать, потому что мы к Новому году набрали там звездочки и все-все-все, я поняла, белые-белые, у меня их много, а вот сердечки розовые, то есть они будут светиться розовым, сейчас я вам это покажу, вот. Ну, огоньки там, конечно, желтенькие, но они розовые и немножечко, да, светятся все-таки розовым, есть оттенок. Хотя красные более такие яркие, прям красные. Я надеюсь, свет, который бьет вот этот солнечный, хотя я уже основную прикрыла свет, не мешает нам. Ну, в общем, вот такие. Здесь 6 таких сердечек. Вот, кстати, думаю... приделать их на наш фон или нет. Блин, пока размотаешь все это дело, уже, блин, пол видео пройдет. Вот, они могли бы висеть как-то там. Да? Сейчас сделаю. Ну-ка. Вот такая красота. В общем, немножечко. Я сейчас не стараюсь там выводить, чтобы все было симметрично. В общем, у нас много еще чего есть повесить на нашу стену. Кстати, вешаю все это у меня такие занавески. Вешаю я это просто с помощью вот таких вот моих шитейских принадлежностей. В общем, принадлежности для шитья. Иголочки с крючком.
Так, поехали дальше. Дальше еще одни сердечки. Следующие сердечки вот такие беленькие, 99 рублей. Кстати, я заметила, что они все не очень хорошего качества. Вообще там, вот просто я вот это сейчас все смотрела, и, конечно, я выбирала, что эти сердечки с какими-то там могут быть зацепками, заусенками, что здесь, допустим, не идеально белое все такое, да? Но мне стало интересно, как же оно будет светиться. Здесь нам тоже понадобятся батарейки, тоже 6, даже не 6, 7 сердечек. Там тоже 7 сердечек. И сейчас я вставлю батарейки и посмотрим, что получится. Может, мы вот как-то здесь сделаем. Итак, включили. Смотрите, как красиво. Мне кажется, что вот эти сердечки очень такие классные. Эти мне даже больше нравятся, чем те. Давайте их тоже как-то привесим сюда, да? Пусть они на нашем фоне мерцают. Так, смотрите, какая красота у нас получается потихоньку, да? Все светится, сердечки. Милота. Дальше я увидела вот такой вот шарик Love. Честно говоря, я не знаю, взяла розовые, они там были разных цветов. По-моему, были серебристые, золотистые, еще какие-то бронзовые. Я не знаю, какого размера, хотя здесь написано, да, 108 на 65 метр получается. Классно. Метр на полметра, они должны быть здоровые, блин, Love. И это будет классно смотреться всегда на моем фоне. Давайте попробуем, смогу я сейчас надуть или нет. В комплект у нас тут входит сами Love. Я надеюсь, цельные. Да, цельные такие. Трубочка. И бантик. Ну, видимо, им надо будет завязать. Теперь ищем дырочку. Вот она, дырочка. Походу. Надеюсь. Нет, это не та дырочка. Ищем другую дырочку. Это тут такие специальные штучки, куда, ну, подвешивать можно дырочки. Их тут несколько. А как же надувать? Надо найти отверстие. Вот задача для блондинки. Во, нашла! Вот оно, отверстие. Вот так выглядит. Так, сейчас я засуну сюда. Работает. В общем, собственными силами мне очень сложно все это надуть, честно говоря. Но все равно получается эта лав какая-то вот немножко, видите, у меня такая. Ну вот она. То есть мы ее сейчас не повесим. У меня просто нет силы, честно говоря, ее надувать. Это надо, наверное, насосом надувать. Или у кого легкие нормальные. И, короче, сзади можно вот так вешать лав. Класс? Класс. Я, может, потом надую, и в каком-нибудь видео вы у меня увидите красивые лавки. Ну, где-то они будут стоять, например, на фоне на диванчике. Так, поехали дальше. Дальше. Еще мне понравились вот такие сердечки. Там были разные тоже. Они вот, мне кажется, это сами можно сделать очень легко и просто. Такой бантик. Тоже нужно смотреть качество. И есть они цельные, такие есть белые, по-моему, и вот такие розовые с дырочкой есть. Ну, тоже красиво куда-то подвесить. Возможно, кстати, сюда мы сейчас на фон и подвесим. Только куда? Давайте вот сюда. Итак, в общем, потихоньку у нас получается такая красота на заднем фоне, да? Просто подготовка к любовным... К любовным историям. Теперь пошло у нас не розовое, а красное. Ну, красное это оттенок розового. Точнее, розовый оттенок красного. Ну, не суть. В общем, все в одну кашу. Здесь формочки для шоколада. И самое интересное, что здесь еще и описывается, как сделать шоколад. А еще эти формочки можно использовать для льда. Если вы будете пить шампанское или, например, ликер Бейлис. Смотрите, это резиновая такая штучка. Здесь у нас сердечки маленькие, птички, по-моему, очень мило. И классно, что ее можно использовать не только, да, как под шоколад, потому что, может, кто-то не ест шоколад, но и под... пахнет чуть силиконом, но не отвратительно. Так, вам понадобится шоколад, сухофрукты,
И все. Вафельная крошка, кокосовая стружка. Все это растопить, размешать, залить в холодильник, подождать и есть. Короче, прикольная штучка. Мне понравилась. Далее я увидела вот такие еще love. Они сделаны из I love you. Здесь написано красным цветом. Они сделаны... Баннер. Это баннер. Из какого-то драпа, что ли, или что-то вот такое. Я не помню, как называется этот материал. Ну, в общем, из него еще игрушки, по-моему, шьют. В состав у нас здесь входит вот такая белая ленточка. И здесь везде у нас вот такие дырочки. То есть нам нужно пронизать. Главное, чтобы все было по порядку. I love you. И повесить. В общем, нанизала. Получилась вот такая красота. Сейчас мы все это повесим вот здесь и распределим. Красиво. Так, ну вот наша красота. Чуть-чуть все поменяла. Все. В общем... Сложно. Немного сложно, но, в общем, вот так вот. Давайте, я какой-то клапан там пробила. Вообще клёво надулось. Во! Поехали дальше. О, забыла, еще совсем розовенькая у меня вот такая штучка есть. Это объемное сердечко, оно розового красивого цвета. И даже более того, их тут целых 3. И их можно куда-то подвесить красиво. Смотрите. Здесь в комплект также входят эти двусторонние скотч. Как я поняла. Вот он. Его вот сюда вот приклеиваешь, и раз, и все. И подвешиваем мы наше красивое такое сердечко, и оно... Ну, оно сердечко не похоже уж так, да, если по чесноку, ну... В общем-то, можно. Потом есть другой размерчик вот такой, поменьше чуть-чуть. То есть можно красиво подвесить, сказать, на люстру там, да. И вот такое совсем маленькое, малюсечко. Вот такие красотульки. И здесь вот так вот 3 скотча и... 4 скотча и 4 скрепки. 3 сердечка, 4 скотча, 4 скрепки. Это, наверное, на всякий случай 4. Следующее. Это вот так мне понравилось. Вообще, я взяла это не только так, чтобы, знаете, куда-то подвесить, а скорее взяла для малого играться. Это тоже такая вот, такой баннер, только он уже идет с деревянными сердечками черными. Мелок и веревка. Комплект идет. И можно тоже вот так вот развесить, как вот это, только еще что-то писать на них. Проверим качество сердечек. Сердечки легенькие, прикольные, с двух сторон, черные, с дырочками. Их тут очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 штук вот таких сердечек черных. Вообще они тоже очень клево смотрятся, черные сердечки. Да? А мелок обычный и вот такая вот веревка. Я вообще думала это дать Деньке играть, допустим, да, вот взять мелочек, у нас есть доска, мелочки. Я думаю, просто она маленькая, такой ему будет интереснее, да, себе возьму, ему возьму, будем ему что-то рисовать и чертить. Я думаю, прикольно. И вот одна испортится, дам вторую. То есть я скорее это не для гирлянды взяла, а для игрушки, для своего малого. Так, ну и последнее, наконец-таки мы добрались, это вот такие вот конфетки. Мне они понравились, мне не все конфеты нравятся, на самом деле, в Фикспрессе. Из еды мне мало что нравится, есть там... Классные, конечно, вкусняшки. Но я решила вот эти попробовать. Мне картинка очень понравилась, что здесь крошка внутри. Вафли, орешек, потом еще какой-то прослойка. В общем, очень много разных прослоек. И орешек внутри. Дай, думаю, попробую. Вот такие они здесь розовенькие, красивые. Называется Ловенто. Ловенто. От слова love. Давайте я попробую и скажу свое критическое мнение. Честно говоря, мои ожидания, что меня эта конфета не удивит, если честно. В общем, она вот в такой вот крошке ненавязчивой, шоколадная. Орех съела. Ну, в целом, Ловенто неплохие конфетки. Прикольное название, да? Главное, русскими буквами Ловенто. Неплохие конфетки, но не ух и вау. То есть не удивили, в принципе, как я и говорила. Все, мои хорошие, вот такие вот покупочки, вот такой вот фикс прайс. Я желаю вам всем любви, я желаю вам романтики.
На. Что, упала уже? У тебя она упала? Нет. Что-то у меня свалилось уже, плохо закрепила. Желаю вам всем романтики, прекрасного 14 февраля. Многие спрашивают, что можно подарить любимому на 14 февраля. Я считаю, что 14 февраля это вообще день влюбленных, когда, ну, вообще родители должны дать возможность своим молодым, к примеру, да, если есть дети, посидеть с детьми и любимым дать возможность куда-то сходить вместе, именно провести вместе вечер. Клубы, рестораны. Ну, все зависит от того, кто какой образ жизни ведет. Я считаю, что вот сами подарки, конкретные подарки, там, кошелек подарить или там еще что-то, это ерунда. В 14 февраля нужно провести вместе, но как-то продуктивно. Может быть, для вас праздник уже, когда вы вдвоем лежите на диване и смотрите телек, понимаете? Отдыхаете. Может быть, снять гостиницу где-то, и вот прям как-то так романтично. Ужин. Вот ужин. Ужин. Может быть, дома свечи. Что-то такое, знаете, вот необычное потом вспоминать. Пусть оно не будет как-то... Пусть оно не будет обыденным каким-то, да? Пусть это будет что-то, что вы не делаете каждый день. Что-то из ряда. Вот как в Доме 2, да? Там романтики-романтики. Мне кажется, 14 февраля что-то такое должно быть. Либо съездить куда-то, либо отдохнуть. Но я бы, например, хотела бы со своим любимым сходить куда-то в хороший дорогой ресторан, заказать вкуснятину, еду, рыбу какую-нибудь, дорогое вкусное шампанское или белое вино. И прям прекрасно провести время, чтобы там была живая музыка, может быть, скрипка. И вот все так романтично, романтично, чтобы было. А потом можно было бы поехать даже и в гостиницу, а не дома, а именно вот как-то так, да? А может, лучше и дома телек позырить. Ну, короче, фантазий много, главное вдвоем. Все, мои хорошие, я желаю вам прекрасного 14 февраля. Любите друг друга, цените друг друга. Ну, а я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока!